В селе Алешково Богородского района сданы два новых 8-квартирных дома. Жилье было построено в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Отличное жилище. Я надеюсь, что люди, которые сегодня обустраиваются в этих квартирах, они будут счастливы. И они на самом деле выглядят счастливыми, потому что получить новое, красивое, уютное жилье – это, конечно, большое счастье. Госпрограмма реализуется в стране, в том числе в Нижегородской области, с 2020 года и рассчитана до 2025. Общий объем финансирования госпрограммы в 2020 по 2025 годах около 2,5 триллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 триллион рублей. В этом году на реализацию различных проектов по обустройству сельских территорий Нижегородской области будет направлено свыше 1 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020. Программа позволяет строить социальные объекты, жилье для работников агропрома и соцсферы, газифицировать деревни, благоустраивать сельские территории, возводить новые детские и спортивные площадки, обновлять уличные освещения, тротуары и пешеходные дорожки. Например, телятница Татьяна Капралова, жительница нового дома, ждала вместе с семьей новоселье всего 10 месяцев и после успешно заехали. Мы еще начинаем только заезжать, постепенно привозим все, ждали долго, думали, дадут, не дадут квартиру, ну дождались. Мы рады этому. Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%. Мария Бурова, «Время новостей».